сыгрывать будет. Нет, следует подать в штрафную площадь. Удар! Пизарро! Еще удар! Все-таки гол! И это Жером Буатенг открывает счет в этом матче. С третьего раза удалось пробить Ярослава Дробны. 1-0. 12-я минута. Жером Буатенг. Смотрим еще раз. Вот розыгрыш углового. Оскакивает мяч к Манджукичу. Писаро бьет раз, два. И вот тут, как тут оказывается. В нужном месте, в нужное время Жером Буатен, который отправляет мяч в сетку ворот. 1-0. Ну, каков Дробный умница. Два удара отразил. Здесь уже виноваты защитники. Отлично! Рибери! Это будет второй гол. 2-0, 41-я минута. Марио Манджукич. Разложили оборону Гамбурга футболисты Баварии. Смотрим еще раз. Вот передача на Рибери. Не было положения вне игры. Он принимает мяч спиной, понимая, что у него за спиной находится Ярослав Дробный. Просто сбрасывает мяч на свободного Манджукича. И тому просто... ничего не остается делать, как забивать гол. Шакири. Вот здесь уже к атаке подключается. Ой! Шикарный гол Тони Кросса. 44-я минута. 3-0. Великолепный удар Тони Кросса. Не ожидал голкипер этого удара. Мяч, ударившийся о его ногу, влетел в сетку ворот. Вот, кросс бьет. Лам. Филипп аккуратненько. На дальнюю штангу. Мюллер 4-0. Мюллер 4-0. 52-я минута. Ну как по нотам? Подача, и Мюллер выигрывает борьбу в воздухе. По-моему, он там боролся как раз с Петром Ярачиком. А нет, это был...